не респондар. Это готовит его, больше курят. А да, видимо, сад. Мьют на его микрофон. Фантом рушает. А, что это в чате, что это? Друже, мен ніч не раді. Мен ніч не іче, мен ніч не іче. Не знам. Пише, leave a match and visit settings menu to change. Шта є ово, друже? Can you shut the fuck up, please? Як он мене чує, бля, мати? Да сам у тірої. Друже, мен ради пуцање, а ми не ради ово. Не ради ми, не мог се крета. Ебать, звук выстрелов просто глушит. Конечно, меня убили, еще бы, блядь, нехуй смотреть про звук выстрелов. Конечно. О, послушайте. И без звука. Вот какие-то звуки слышны в колде, очень крутой звук. И слышно, что кто-то ходит на кинотеатре, прям офигенно. Прицел я не включил, то ли что, я хер его знаю, но... Вверх быстрые руки действует. Слежу за Это я выстрелил, решил проверить, как работают курки. На самом деле, отщелкивание есть, но почему-то не такое мощное, как было. Может быть... А, не, вот на левый ЛТ... Да, есть, он на месте. Круто, как будто стреляешь из винтовки, точно.
Ебать, его вынесло просто мне в джойстик, как выдало, матерь божья. Ебать, после этой крылатой ракеты не видно нихуя. Ставлю свежий магазин. Нам отправили посылку. В районе работает наш беспилотник. Новый магазин! Упрямство. Бля, как-то неудобно стрелять, не могу понять почему. Ну как-то они вот умеют. Работает БПЛА союзника. Мы наносим стратегический удар. Блин, что-то на реальную жизнь, честно говоря, похоже, потому что не до конца понимаешь, откуда начинают стрелять, не подсвечено все, как в ангарде. Может, потом что-то будет, но пока так. Над нами их БПЛА. Главное правило Call of Duty. Нажми, сука, прицел. И я не нажал. Осталась одна минута. У противника мало времени. Задание выполнено. Отлично. Ну, да, но я тут ничего не сделал. Вот как они так играют? Объясните мне кто-нибудь.
Что я правильно? ДНО. Ладно, надо еще каточку, я не до конца понял. Так, автоприцел есть. Вел сейчас он за товарищем. Просто надо знать, откуда ловить гандонов. А, они, походу, знают лоу. Ясно, здесь смотреть направо. Иду в эту точку. Иду сюда. Они идут. Иду в эту точку. Засек движение противника. Заряжаю. Блять, пиздец, в атмосе кто-то пробежал над головой вот здесь вот. А я даже начал стрелять ему в голову, сука. Покажите, покажите, был дамаг. Я прикрою. Электрошокер. Ставлю свежий магазин. Электрошокер пошел. Меняю магазины! Блин, а мне показалось, что он прямо смотрел. Ну ладно, надо было стоять ждать. Союзный БПЛА готов. Наша посылка уже в пути.
Ага, покажите, покажите, хочу посмотреть. Вижу движение. Союзный стелс-бомбардировщик вылетел. Окей. Я прикрою. Я тебя не брошу. Союзник запустил крылатую ракету. Меняю магазины. Ставлю свежий магазин. Не, ну извините, блядь, на трех меня уже не хватило. Противник вызвал БПЛА. Перезаряжаю! Киньте гранатометным. Их БПЛА. У нас тут. Я прикрою. Новый магазин. У меня один маленький, блядь, вопрос. Они заебали, сука, как они так стреляют? Покажите, покажите мне, блядь. Не мог быть человек, сука, с клавиатурой?
конца. Их время на исходе, так держать. По вам работают минометы. О, это что сейчас было за фликер? Наша посылка на подходе. Заряжаю. По вам наносят стратегический удар. Ну, я думаю, что на этом и все для ролика. Как смотреть, как я играю в одну и ту же карту по 15 тысяч раз, не очень интересно. Ну, понятно. Как обычно, звук в игре мое почтение. Стрельба немножко непонятна. Но с каждым раундом все лучше и лучше. Посмотрим.